Наводнение в Комсомольске. Доброе утро. Вернее, уже добрый день у меня. День. Ночью опять лили дожди. Очередной циклон, даже два циклона. Один со стороны Приморья идет. Ну, еще не пришел к Приморью. А второй вот сегодня уже зацепил со стороны Амурской области. И вот я канаву, это у дамбы, показываю. Тут, видимо, после моего фильма решили сымитировать, что дорога, мол, строится. Вон поставили будку. А, это лодочная станция, лодки охраняют. То есть, ну все, вот уже вода. Я думал, это дорожники поставили, а это лодочники. Поскольку все пирсы лодочные затопило, вот, видите, крыши торчат. Это вот лодочная, то есть все уже под водой. Причем по крышу в некоторых местах. То есть где-то еще плавают гаражи. Ну, в общем, все притоплено. Вот выломанный декоративный камень, которого тут на самом деле мало, потому что дамба вся эта песочная. Дорога разрушенная. То есть, видите, эти колдобины. Вот люди на ленд-крузеры накопили, но песок гребут лопаткой, не могут заказать себе машину. Ну, как всегда. Я вот сейчас покажу вам. Вот лодки, вон катера стоят. Кто хозяин прозевал, то есть у тех катера просто вон плавают вообще черти как, да. Вон там вход, выход. Вот арка такая проволочная тоже, она утонула, понтоны. Ну, короче, жопа полная. Вот это море, это все дорога на въезд в город. На фоне вот, которая стоит там вдали, мост. То есть вот эта вся низина, пойма. Тут была протока, там вот озеро. Все это утоплено. И вот идет насыпь на мост там. Ее видно плохо, может быть. Сейчас приближу, вон она, авто. То есть уже к ней вода подбирается. Ну, видите, еще метра полтора. Хотя она сочится уже сейчас в город, потому что защита фиговая. Но если метра полтора будет, будет просто больше напор воды. Именно по подводной части она будет еще мощнее дренировать. И что сделали наши уроды? Они запретили откачивать воду из подвалов, мотивируя тем, что, мол, вы откачиваете, соответственно, идет дренаж, вымывает грунт, будет типа прибывать еще больше. То есть живите в этом говне, в этом вонючий подвал, в котором уже комары разводятся. Вот сегодня не давали спать просто. Ну, картина, видите, суперская. То есть это все вот вы не увидите по телевизору нигде, по зомбоящику вам такое не покажут. То есть вон плавает все что угодно, от бутылок до термосов. Ну, как всегда, конечно, как люди относятся к природе, видно, то есть все загажено, вплоть до вон емкости полиэтиленовые из-под масла, из-под бензина. Ну, лодочная есть лодочная, вон там вон масло. Гавкают на меня собаки, их тоже согнало, они вон там охраняют, как могут. Ну вот, я вышел показать, что там много их там. Ну, явно они не на своем месте, собаки. Это вот все хозяйство оттуда переселилось. Он тут вон может кинуться, он не привязан. Кавказец. Тихо, тихо, спокойно. Тут вот мусора ездят. Работники. А нет, привязан. Спокойно. Тихо, тихо. Тихо, я сказал. Чё ты на меня кидаешься? Вон сзади смотри. Даже вообще. Сделает стойку. Сейчас я возьму что-нибудь. Для самозащиты. Ну, тут по неволе заругаешься, потому что собак понятия никаких, они территорию пометили. Ну, в общем, я думаю, картина маслом показана вполне себе. Что у нас сейчас? И вода прибывать продолжает, несмотря на всякие там заявления о стабилизации чего-то там, о падении уровня в Хабаровске. Ну, это все как... Просто в перерыве между дождями. И быстро она спасть не может по причине гигантского объема. Ну, представьте, 350 километров на 50 километров ширина вот этого водохранилища. То есть спадать оно будет так месяцок в лучшем случае. А то и полтора.
То есть возможности что-то просушить уже потом не будет. Ну а все, вот видите, работы по укреплению дамбы, по строительству въездной дороги, которую уже второй год строят, они как не велись с лета. То есть в июле я снимал, тут ходил вот эту профанацию, так они особо не ведутся. Деньги сперты, спилены, и хер с ними. Вот и вся, как говорится, управленческая вертикаль. Вот и вся ировская подноготная вот этой вот благоустройства города. Причем, видите, дамба, я уже тогда показывал, что здесь, значит, камней хватило, а там деньги кончились, все, и они отсыпать не стали. Ну, я заканчиваю, потому что больше, наверное, смотреть не будет долго сильно. В общем, картинка такая. Конечно, если бы с вышки откуда-то снять или с коптера, была бы еще более картинка апокалиптическая. Ну, волны, видите, вот ветер дует, там волны такие достаточно хорошие. Вот здесь даже вроде деревья, а волна прибойная очень такая приличная. Вон набегает. Это еще не шторм. Ветер просто метров 5-10, но уже чувствуется. Ну, вот сейчас начнет все это, если ветер будет нагонять, начнет все всплывать, начнет все тонуть и так далее. Все, с вами был Юрич, Комсомольск на Амуре. Наводнение, сентябрь 2019. Пока там во Владике торгуют родиной, предлагают ее всяким мартышкам, мы тут практически тонем.